Всем привет, на связи Руслан Захаркин. Сегодня у меня очень важный анонс. 22 и 23 апреля 2020 года состоится 5-й международный форум Blockchain Live 2020. Он соберет под своим началом более 70 стран, более 5000 участников. И если вы хотите узнать, что там будет конкретно, посмотрите этот маленький тизер, а потом я дам вам свою небольшую резолюцию. Готовы? Let's go! 22 и 23 апреля. Москва. Лидеры мировых держав. Ведущие игроки блокчейн-индустрии. Инновационные стартапы. Самые прогрессивные люди современности встречаются на форуме Blockchain Live 2020. На одной из самых инновационных площадок мира. Все билеты почти проданы. Успей купить на blockchain-life.com. Я уже был на подобном форуме в 2019 году, и мне очень понравилась организация. Кстати, в этом году будет бонус. По завершению Blockchain Live 2020 состоится очень крутое автопати в одном из самых крутых клубов Москвы – Джипси. Я там танцевал. Нет, ни в коем случае не гоу-гоу, хотя это тоже неплохо. Просто танцевал как гость. Будете смотреть на памятник Петра Первого и хорошенечко танцевать. Самое главное, что в клубе тоже можно общаться и выстраивать деловые партнерские отношения. Потому что такая неформальная обстановка еще больше располагает к продуктивному общению, поверьте мне. На этом форуме будет реализована очень интересная концепция. Лайв-интервью можно будет задавать вопросы в прямом эфире. На мой взгляд, это классно. И еще, будет разработано приложение Networking 2.0. То есть вы будете общаться со всеми людьми, которые туда придут, можете отфильтровывать ваши интересы, там, допустим, по криптовалюте, по стране там, и тому подобное. Таким образом, вы сможете общаться с теми, с кем вы хотите общаться, по своим интересам, по своим там запросам, по своим фильтрам, и выстраивать интересные партнерские отношения. Вполне возможно, что-то вы продадите, может быть, вы что-то купите, то, что вам нужно. Разве это не круто, когда у вас есть запрос, и вы его там закрываете? Либо у вас есть предложение, которое нужно людям, и вы тоже его реализуете. Я считаю, что это взаимовыгодный симбиоз, который можно реализовывать на форуме Blockchain Live 2020. Почему бы и нет? Организаторы форума Listing Help и Idea One. Боже ты мой, ну у меня и английский. Ну ладно. А теперь бонус. Для всех подписчиков канала Захаркин Крипта будет действовать скидка в 10% на покупку входного билета на Blockchain Live 2020. Самое главное, не забудьте при покупке указать мой промокод Захаркин Руслан. Все ссылочки, конечно же, здесь в описании. Говорю сразу, я ни в коем случае на вас ничего не зарабатываю, мне никакие отчисления не будут там на кошелек приходить, это все так, фигня. На самом деле, я хочу, чтобы у вас была возможность на хороших условиях попасть действительно на самый крупный форум в России и в Европе и один из самых крупных форумов в мире. Вполне возможно, что вы сможете построить свои партнерские отношения, в том числе и с международными коллегами. Я не знаю, нужно ли было вставлять этот кусок или нет, но я все равно его вставил. Короче говоря, я отправил свою заявку на участие в форуме в качестве спикера. Я хочу рассказать про криптовалюту Призм, а также рассказать о медиапроекте, который я хочу реализовать в рамках YouTube телевидения по криптовалюте Призм и в принципе по всем криптовалютам, чтобы рассказывать населению России и странам СНГ о том, что можно сделать с помощью криптовалюты, как приблизить цифровую экономику и как сделать, допустим, ту монету, которой мы пользуемся, да, криптовалюты Призм, мировой платежной системой. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, делайте репосты, подписывайтесь на мой канал Захаркин Крипта, обязательно регистрируйтесь на 5-й международный форум Blockchain Live 2020, используйте мой промокод, приходите со скидкой, можете сделать репост данного видео в своих социальных сетях, в своих пулах, потому что нам будет о чем поговорить. Спасибо огромное за просмотр, я всегда стоял за своих зрителей и всегда рассказывал правду, поэтому... До встречи, кто хочет познакомиться со мной лично, буду очень рад, с каждым поговорю. Обязательно с вами сфотаемся, очень хочу сделать с вами селфи. Пока!